Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Электронные бинарные часы от компании Bliss. Модель ML111. Поставляются эти часы в незамысловатой коробке картонной. На ней есть некоторая информация о том, как они устроены. Ну а мы сейчас откроем и посмотрим, что же здесь есть внутри. А внутри имеются... Сейчас узнаем, что. Как-то очень хорошо тут все упаковали, что очень сложно открыть. Но мне удалось это сделать. И вот в маленьком пакетике лежат сами часы, конечно же. А также небольшая инструкция. Итак, часы имеют прямоугольную форму со скругленными углами. Здесь же красуется голографическая надпись Bliss. Ну а основной материал корпуса – это пластмасса. Лишь задняя часть изготовлена из нержавейки. Всю переднюю часть этих часов занимает стеклышко, под которым мы можем увидеть световые индикаторы, которые показывают нынешнее время. Делают они это довольно необычным образом, бинарным. То есть для того, чтобы понять, сколько времени, нужно сначала сложить цифры наверху. Допустим, 4 и 1 вместе 5. Это означает, что сейчас 5 часов. Ну а внизу сразу же есть кнопка, то есть, простите, лампочка 4. Что означает, что сейчас 4 часа. Но тут есть и другие цифры. И вместе, опять же, сложив их, можно узнать количество минут. Тут же есть желтый индикатор, который показывает время суток, то есть после полудня и до. Ремешок тут довольно простой, изготовлен из кожезаменителя, хорошо прошит, стилизован под кожу крокодила. Одеваются часы достаточно легко и просто. Отлично сидят на руке и не вызывают никаких неприятных ощущений. На часах присутствуют две кнопки управления. Верхняя кнопка включает индикаторы, а также при долгом нажатии на нее включается режим настройки времени. Ну а нижняя кнопка как раз нужна для того, чтобы регулировать количество часов, а затем и минут. При повторном нажатии на верхнюю кнопку часы фиксируются и показывают точное время, которое вы установили. В целом, это очень интересные, необычные часы, которые имеют к тому же приятную цену. Рекомендую к покупке. На странице товара вы можете ознакомиться с детальными фотографиями, а также получить дополнительную информацию. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение, мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.